Мы, к сожалению, потеряли Украину. Я думаю, что Украина в ближайшие десятилетия превратится в цепного пса, которого кто угодно будет всегда спускать на нашу страну. И они всегда будут гавкать, кусаться и делать все, что им скажут их, так сказать, хозяева. При том, что люди, которые живут на Украине, они, конечно, не хотят этого. Но, к сожалению, мы получили такую власть, такую страну, что мы это будем видеть в ближайшие десятилетия.